Главная цель введения новшеств на белорусской железной дороге – улучшение качества обслуживания при перевозках. Уровень востребованности такого вида транспорта стабильно высок, а значит, его развитие и модернизация – необходимость, которую рождает спрос. Одно из главных направлений модификации – это сокращение времени, которое человек проводит в пути. Это становится возможным в основном благодаря обновлению подвижных составов. Наиболее, наверное, значимым таким событием у нас является это перевод поезда номер 645-646 Брест-Минск, который будет курсировать сейчас под номером 702-701 подвижным составом компании «Штадлер». Этот поезд будет отправляться из Бреста в 6:20 и прибывать в Минск в 9:35. Время нахождения его в пути сокращается и будет составлять всего 3 часа 15 минут. К сожалению, не всегда процесс улучшения того или иного участка железной дороги проходит незаметно. Совсем скоро, с середины июня, на реконструкцию закрывается мост через реку Буг на польской стороне. Все поезда, которые сейчас курсируют по этой ветке, будут вынуждены изменить свой маршрут, что, безусловно, на время внесет свои коррективы в работу некоторых железнодорожных переездов города над Бугом. С 16 июня этого года закрывается мост через реку Буг по Брест-Центральному. Через этот мост мы ездили всеми пассажирскими поездами на польскую сторону и всеми грузовыми поездами по колее 1520. Но у нас связь с польской стороной через реку Буг есть два моста. Один вот здесь через парк Буг и второй через парк Заречица. Получается, что мы все те поезда, которые проходили здесь через центральный на польскую, будем пропускать через станцию Брест-Северный на второй мост. Переезды, которые будут грузонапряженными в связи с этой ситуацией, это переезды по улице Лейтенанта Рябцева, улица Стыковка Поплавского-Дворникова, по улице Смирнова, по улице Красногвардейской и по улице Фартечной. Ознакомиться со всеми нововведениями, расписанием, наличием поездов и мест, маршрутом их следования, купить билеты, даже пройти электронную регистрацию сегодня можно на официальном сайте Белорусской железной дороги. В ближайшее время в городе над Бугом появится и специальный сервисно-платежный терминал. Эффективность и оправданность всех этих масштабных преобразований очевидна, и, безусловно, это оценят по достоинству как жители, так и гости Берестейского края.